Вот он у тебя прокнут, например. Вот он у тебя прокнут, он у тебя и прокнут. Ты что так стрелы скинешь, что так стрелы скинешь, тебе разницы нет. Ну ладно, не буду отслеживать. Не знаю, я. Ну, я типа давал лишнюю вспышку, чтобы Кто подпрокнуть будет стрелы. про? Не знаю, попробуй. То давай этот шатастик босса танчи, Вилания поводишь через. Главное словить баф. Так, там готовность. Счет. Все, наливаем частицу. Буду хилить этого шатастика. Это Блять, нет. А активируется вот эта хуйня, которая увеличивает от вспышки, от обычной флешки. Киньте каску, пожалуйста, на медведя, на ушатастика. Да, пожалуйста. Дайте стерю пороги. Мишек, не дай. Ты видишь, у нас ГДК шагрывать истерию? Он до сих пор не знает, кто истерию дает. Думает, если это ДК, то он дает истерию. Что они все дают истерию, да? Да. Маленький такой, не знает, и что не кинет. Че, не кинете каску? Я ждал тебе каску, ты че? Нет, он у меня. Да и вон на тебе каску. Зачем ты с меня таутишь его? Че вы делаете? Я Слизняка не трогаю, я босса бью. Да, блять, уже два раза его с тебя снимаю. Не знаю. Трёпка, может, его задевает. Может быть. Ну вот опять. Ну, он опять на меня бежит почему-то. Ну ебать, у тебя 40 тысяч агро больше, чем у танка. Думаю, что-то не так. Там люди умирают, блядь. Че, отвезти его куда-нибудь? Да, проверка была, может, дверь не открыли. Там поглядывай, сколько на нем стаков будет, чтобы если что он взрываться начать, чтобы мы его. Большой сидит. По щам дает. Прям в рейд блюет, да, по-моему? Вообще, хз, у меня пинг, если вдруг 5 стаков скажет. Да, это трёпка задевает, и он на меня опять бежит. Вообще, я не понимаю, когда на фоле паре бурсты жать, вообще, нахуй не понимаю, блядь. Когда рейд просаживается. Ну, можешь не жать их никогда. А я реально их не жму никогда, нахуй. Тебе главное нажать святую клятву, чтобы мана не закончилась, а так поливать. Заметил, мана стал меньше. Большой. Это потому что я символ ебать перебил. Поставил синенький? Да, поставил синенький вместо желтого. Сейчас будет взрыв. А, вот он, да? А, нахуй, плюха. Нихуя мы четко, прям в тайминг, блядь. Прям четко. Выжили самые крутые. Ой, ебать, жезл. Пацаны, жезл. Нет. Жезл, анрол. Да, какой анрол? Блядь. Иди на тебе там масрез. Жезл, анрол. А еще триня синдры тоже анрол, если че. А еще сектант мод. А зачем тебе этот на аркана ТБЛ? Тут есть анролы? Я не знаю. Нет, вот. Нету. Нету, он врет. Ну вообще нету, ебать, ну мы это чисто... Погодите, я сейчас всех на квест. Ты зря дамажил, что ли? Ты не дамажил. Дамажил, ебать. Смотри, кто на 15-м месте, ебать. А кто? Это я. Это на 15-м. А у меня это пинг, блядь, был. По-моему. Фрост ДК не дамажащий спек. Хорошо. Наконец-то я бы отдал гендер. Наконец-то 10 вторую шметку поменял. Какое счастье.
Я считаю, он не прав. Я думаю, надо отдать Гендальф, потому что у нее мейн, а у него второй перс. Он же в герб не пойдет. Пойду. Нет. Следующий КД пойдет. Подождите, блядь. А, есть у кого-то две виды творчества? В Рэй уже залатали, блядь. Да, блядь, это сам в ахуе. Вообще, я тоже в ахуе, блядь. Я лучше бы Гендальфу отдал, если типа мне не дают. Она же девочка. О, легкие дамские наручи упали, нихуя себе. Понятно, как всегда, нихуя. У меня пояс кольчужный. А что, сколько стоят легкие дамские наручи? Нихуя не выпало. Пацаны, кому шея выпадет, отдайте магу. Бибу? Ладно, я приму в дар, если кому-то прям интересно. Надеюсь, мы, короче, 3500 репутации еще апнем, и тогда будет колечко. Да все пошли. Ты еще банку выпей на репу. А, на проф идем. Ну там без репы сейчас получается. С кого вообще здесь плащ падает? А с этой свалки, да, по-моему? Плащ. На профи 25-ки что делать надо? Точно так же, как в десятке? Да. Красно бить, зеленое хилить. Это биг дэм, если что, ты здесь ничего не получаешь, потому что у тебя приор 0. Но он вообще хорошо привязан, стой. Должен быть. Я не услышал. Не понимаю. Он должен быть привязан к Престу. Он не привязан к Престу. У тебя ЕП 0. Ну, значит, Войт не привязал. Вот. Ну, значит, вот можно получить 4000 стартовых. Еще и 4000 стартовых. Да, давай, короче, 4000 стартовых. Я уже точно неделю отгонял. Репа хоть полутала. А, вот что Бенстиллер сказал. Он ко мне привязался. Бля, его надо как-то убить, пока он не подошел. Пошел нахуй. Все, я еще тут. Пришел. Ладно, ладно, все, не буду. Все, я ушел. Ладно, извинись, так, что я поговорил. Пошел нахуй. Бать, девочка гоблин выше мальчика гоблина, понимаете? Ага, есть приор. Надо буду смеяться. Смех. Дискриминация. Смех. Указать. Так у нее опы не хода. Смеяться над Врэем, потому что он ниже гоблина. А? У нее опы не хода. А, на бэдвордах. Во, ебать, теперь у меня дохуя приоры. Смотрим, у кого больше приоры. Жезл должен был быть, блядь, мой, нахуй, где-то магус. Я тоже так думаю, ебать. Ничего не знаю. Я за этим жезлом... Жезл должен был быть не ведущий. Вот так. Так в ГМ все равно будет лучше. Все, давай. Ну, до ГМ, в ГМ Хэмэч попасть надо. И он там еще реже падает, по-моему, чем шип. Каждый ГД падает. Короче, чё, Эвелани на... в кукле, и да? А уж шатастик на боссе. Так водить справа здесь под стеной его, да? Вот здесь, да. Ты не водил ни разу, что ли? Нет еще. А ты, Эвелани, водил, нет? Ну, хотя тут нихуя сложного на себя. Ну он под себя кинет лужу эти... колбочки на землю, надо отходить. Короче, смотри, видишь, где рамбик стоит, кроме как стене ты колбы выносишь, которые будут оранжевые такие, там, за таймером, я тебе подскажу, постараюсь подсказать. Сейчас ты его держишь вот здесь, пока он не кинет колбы. Начинаешь, короче, вот отсюда, держишь его здесь, пока он не кинет колбы. Потом он кидает колбы, ты его начинаешь переводить вот сюда. И ведешь его, получается, вот сюда, ставишь его примерно под кран. Ну, под кран. Не обязательно, его можно вот сюда поставить. Там, смотри, там будет лужа кидаться, ты из лужи его сюда выводишь. Ставишь его там спиной, наверное, туда, в сторону стола, чтобы милишникам было проще бить. Появляется зеленый слизень. Когда?
Ну, там это все знает. Ты просто потом, когда вторая фаза начнется, короче, там еще колбы будут. Тебе надо, вот ты его держишь здесь, а потом, когда колбы появляются, ты их приносишь в ромбик, скидываешь, возвращаешься обратно в зеленую метку. Вот сюда старайся не уходить, чтобы тебя хилы доставали. Ну, старайся, даже можно ромбик маленько. Ну, вот к этой стене, короче. Не обязательно в ромбик, можешь вот сюда выносить, разницы нет. Как выносить? Подожди, он на меня их кидает? Или... Нет, нет, ты просто видишь, ты должен его себе привести за, там, за 10 секунд. Вот ты стоишь здесь, вот танчиваешь 10 секунд до бомб. Ты его начинаешь вести сюда. Угу. Подводишь его вот сюда, просто подбегаешь сюда. Вот так вот там встаешь. Разворачиваешь его, чтобы он спиной стоял к стене, потому что он за спину скидывает. Он скидывает угу. колбу, ты его обратно ведешь вот сюда. Мэтт Фокс, тебя с работы выгоняют, что ли? Тактика. РДД все, давайте, короче. Его бери меня. Там это, мы Фокс, короче, с работы выгоняют. На шлафиру поставлю. Потом. Что поставить? Квадрат. Да, квадрат, видно. Может, прокатит. С квадратом все бегать в РДД зоне. Милишники там зеленый слизень, когда появится. Да, что, все, пулю через 5 секунд, да? Не, давай готовность. Сначала проверим. Бенстиллер не готов, что тебе надо? Я отходил, я тут. Тут, да? Так. Мне готовность не пришла, но я еще готов. А, Эвилайна, иди, короче, все готовы, иди при колбу, там кто, друид инвалид, там, Мэтт Фокс, его подход, эти, чтобы там энергия была хотя бы 32. Можно МК, Равиньон? Еду ешьте, садитесь, пока его хватает. Батя, где же? Там он рыба стоит. Пацаны, омоложение, буйный рост. Да, омоложение, буйный рост. Восстановление не дает, и жизнецвет тоже нихуя не дает. А вот еще что? Восстановление, ебать, первые 3 секунды не хилит, и поэтому... Ой, омоложение, блядь, первые 3 секунды не хилит, поэтому у вас память нет смысла. Ебать, спасибо. Ох, ну, понял, нахуй. Таймер для кого? Кто его знает, да? Кучку все станьте, там звездочку. Смотри, там у человека стоит звездочка. Вот на себя звездочку поставил. Все звездочку ставил. Там все, уводи его туда, к крану. Да, блять, они не дают мне его вообще. Ну все, веди, веди его потихонечку. Я агро не могу на нем набрать. Набирай. Роги там, ну вы в курсе, да? Вы не на себя напуливаете, а на человека. Не пуляйся с этой рогой. Сейчас это будет зеленый, милишники. Милишники, уебывайте в РТТ зону. Пизду нахуй. Сразу. Ага. Где-то есть. Далеко улетел. Че он быстрый такой? Не плюнули, значит. Не плюнули в него. Добейте уже так, пожалуйста. В красного ты обязательно должен плюнуть, понял? Лужи пей. Все, переведу босса. Соебись. Сейчас к столу его обратно так же танчить, да? Или здесь? А, нет, сейчас ты его ведешь туда же в зеленую метку. Сейчас вот смотри, я скажу, колба через 20 секунд ведешь его в зеленую метку. Он сейчас сам прибежит, как я понимаю. Да, через эту. Пельмени полетели, РДД. Ой, два пельмени поймали. Войд, блядь! Войд, как дела? Как блядь? Дела, блядь? Бомбы, вот они. Видишь бомбы? Эти бомбы ты должен был к стене отнести. А, да, понятно. Милишники там. Может, его сразу чат поставить? Все, 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 просто отведи от бомбы. И... Ну, похуй, бейте там, ничего страшного. Вот сейчас он поставит. Да, красного, красного, плюй. Все, красного, плюй. Давай, беги. Бейте красного. А ты убегай там, кто бегит с красным. Пельмени полетели. Ага. Все, лужи выпивай. Сейчас будет колба через 4 секунды. Милишники, уйдите оттуда. Сейчас он колба скинет. Все, он колба скинул. Отводи его туда. Под кран отводи его. Пельмени полетели. Пельмени отошли. А, блядь. Yeah.
Это какая-то, блядь, маханалия происходит. О, колба сейчас ага, через 5 секунд. Молодец, пельмени полетели, РТД от пельмени отошли. Я долбоёб, сука. Иди пей по новой, иди пей по новой, иди пей по новой, не сдиспелил ничего. Хорош, блядь. Вообще красавчик. Сейчас еще красный будет. Ёбаный в рот, блядь. Ну не знаю, беги там, тапки. Убегай, 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 убегай. Быстро, 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 блядь, бейте его нахуй. Просто беги там, не знаю, как. Есть тапки там, тапки. Ага. Боб дал, не знаю, поможет. Нет. Куда эти диваны, ну нахуй, я не знаю. А, нет, надо диван. Это будет красава вообще, да. Просто лучше. Да. Я думаю, что-то какая-то хуйня надо с дисплеем. Взял с дисплеем. Хорош. Пойдет. Ну ладно. Ты же не воет, прощается. Так, бомбу поставил. Надо уйти там миликом сюда всем. Милики в РДД. Миличники в РДД зону, давайте в эту. Сейчас будет этот у нас зеленый слизнюк. Пельмени еще полетели. Давай, наверное, что у нас? Ага, я сокру дам. И бабу нужно. Все, красавчики. Сука. Это вообще хоть что-нибудь хили, так вот что я вообще ничего не хили, да? Это нормально связано, хвали. Да, ты оказываешься топ-1 хпс. Джагу светлую кидаешь, можно поймать. Пельмени полетели, РГД, бежим. Валим нахуй, копы. Ой-ой-ой, надо подхилить этого. Плюньте, плюньте. Плюй в красного, плюй. Все, перевели босса. Сейчас сразу же, как только в этого, он будет цель перевыбирать, от него все отбегите, давайте Геру и просто его максимально быстро заливаем. И все, и заебись. И бьем босса. Лужа не успел допить, но я думаю, успеем добить его. Все, добивайте. Быстрее красного. Уходи оттуда, вот сюда, вот в эту сторону, веди на звездочку, веди. На звездочку. Все, хорош, держи так, все. Пельмени полетели. Бомба. Лишники аккуратно. Сука, что за хуйня? Пельмени полетели. РПД, отходите. Это Фокс, Берни, Бен Стиллера, друид инвалид Гендальфа, Катрисия, Берни, Сму. Там 4 стака. Вот проводите дальше. Забирай, Вилания, забирай, босс. Сука, лужа. Я могу кого-нибудь бернуть. Пельмени полетели. Верни, так вот останешь уже. Вы там хотите на островке это все делать? 5 стаков. Нет, давай, нахуй. 5. Жестко, нахуй, конечно. Еще что-то хили, нет? Ну, Таня, поменяй меня вместо попы. За место кого? На чуть-чуть попы. Рука. Да. Уходить надо. Давай. Кто там топа, да, есть? Хукмастер есть еще. А у топа когда есть или нет? Нету. Слабись. На обычку нету. Мне будет хотел вторую 25-ку сдалкать. Что у вас еще в Алитре, Синдра? Это хуйня еще. Да мы там почему-то закрыли. Профы еще не закрыли. Чего он так быстро стакил какой-то, блядь?
Все видели, да, как Вейд пельмень поймал? Угу. Сразу же как... Да, ты тоже вчера это учудил. Я? Это творец. А, нет, позавчера. А что было позавчера? Ну, не помню, он что-то учудил. Что-то я помню, есть. Что это надо было запомнить. Да я уже сам дошел. Надо еще хокмастер. Шкаф поставьте. Шкаф на урок ставь, сама не допустим. Вы что, не убили, что ли, этого? О. А из-за чего вы умерли сейчас? Никто не умирал, мы только прошли. Потому что Войд пельмени поймал. Нет, там по 5 стаков было на этом, на боссе. 5 стаков уже больно бьет, пипец. Ну и это, там РДД, вот, стоит звездочка, звездочка. Ну, если он пельмени ловить не будет, он, я думаю, за ним бегайте, на него ориентируйтесь. Потому что, ну, вы просто всю комнату засрали, нахуй как попал, ебаный мне нужен, сколько ходить невозможно было. Давай, иди, пей. Так, готовность. Наводящим. Каску киньте. Каску. Баф-то дайте рогу. Каску, кулак. Сейчас надо ее забинтить на кнопку на какую-нибудь. Слышишь, хукмастер есть в танке. Хукмастер в танке? Да, там человек все уже понял, значит, нахуя на хукмастер в танке. Можно его на куклу посадить. В каску с барабанов кидать. А на всех сразу. Я назначил кнопку, у меня с кнопки сейчас буду вас бафать. Так, паладин, это два каску дайте по рогам. Стань нахуй, сейчас дам, блядь. Что, Саня, понял, какая это боль? А еще скажут, перебафай тому кулак, а тому крест, блядь. У вас специальный аддон есть для этого. Нету аддона, блядь. Ну, с тобой-то магом. Будет? Где вы ходите, блядь? Я уже дал магам. Вот. Нету, нихуя нет. Я здесь сначала, блядь. Есть на вас каска, что вы несете? Ну теперь есть. Все, давай. Да, там. Давай, иди пей. Долбится, она не видит босса. Сабаму пьет. Подожди, босса не агри покажи ты. Дай бог раньше времени спал. Ну а чё, дашь я это? Надо диспел с панели убрать, блядь. Он тут не нужен. Ешьте еду. Какую-нибудь там. Да, ну уже 48. Всё там, всё, погнали. Я просто хилил меня, что я какой-то не то нажал. На 5, короче, я понял, блядь. Нормально. Ну ладно. Твою мать, ну. Чё вы делаете? Вообще похуй. Жезл взял просто, ебашишь на все бабки, да? Ну ты сказал погнали, ну я и погнал. Из лужи выходите, главное, то дамажит больно. Давай, БР, дай Мэтт Фокс по врею, пусть дамажит. Зеленый появляется, подальше отойдите, там где звездочку, смотрите к звездочке, отходим. Мэтт Фокс, дай БР по врею, есть у тебя БР? Если нету, давай то... Друид инвалид, давай, БР, сука, я не вижу здесь, типа я вообще. Че, подводить не надо уже? Домашка. Все, заебись. Сейчас убьем почти. Сейчас сразу забейте зеленого, босса никто. Босса видит туда. От кран. Зеленого добейте. В рейв вставайте, а БР, блядь. Пельмени полетели. Смотрите аккуратненько. Мэтт Фокс, Друид инвалид, вы шо, блядь? Не видите, нахуй, что пельмени летят. Бомбы. Ага, отойди маленько в сторону, отойди ее. Расслабил опять. Запоминаю, 20 секунд после того, как он активировался, бомба сразу первая. Это в обычке, в гере маленько по-другому. Берегите. Пельмени полетели, РДД. Смотрите аккуратненько.
Сейчас красный появился. Плюй, 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 плюнуть. Красный, убегай, блядь. У тебя в Обаме только две, блядь, обязанности. Плевать в слизни и пить лужи, нахуй. Ну, делай это, пожалуйста, чтоб, ну, не пить. Блядь, я плюнул, все. Поздно. Так, пельмени полетели. Подходим. Обама. Обама, ну. Ушли, ушли, ушли все в звездочки туда, ближе к столу. Сейчас будет зеленый. В одну точку все, блядь. Бьем зеленого. Пельмени полетели. Сокру дал. Так, сейчас будет красный, по-моему, скоро. Пельмени полетели, ушли РТДшники. Красного готовься плевать сразу. Плюй. Пошли бить красного. Отводи, там сейчас колбы будут, остальные милишники просто в это время красного бить убьют. Поймал, да, колбу сам? Тебе тоже желательно не ловить эту колбу. Пельмени убежали. Красавчики, все четко сейчас. Спасибо. А, хурюк, хурюк, там сагри вот эти три, первые три ставните, пожалуйста, чтобы не обосраться опять еще раз так же. Все, забирай босса, давай убивай его. Не веди его через центр, веди ближе к краю. РДД, он, все в одну кучку, в звездочку все взбежались, и все, и бегайте за звездочкой, блядь. Он агрит специально, то есть смотри, он дает таунт, забирает на себя старт. Я не даю таунт никакой. Я нет, я говорю, и хурюк дает таунт, блядь. Я понял. Он забирает все. На себя метки, не переживай, все нормально. На нем три уже, что забрать? Все, все, теперь вы сами. Теперь танчит ушастик, потом забирает Авелания на трех. Все, Авелания, забирай. РДД, ушли, там эти пельмени летят. Это Авелания, хилю нахуй. А тупо прохилить не могу, нахуй. Топа поймал колбу. А, Боба. Личку глянь. Че, пустая личка у меня. Че, кровь идем? Ага. А че с Калипалом не так? Не хилит нихуя, блядь. Это босс такой. Там, где много двигаешься, и все стоят в разнобросы, он не хилит. Был бы у тебя 4 Т4, ты бы хилил. Да не, я просто не делаю половину. Ну, я не, ну, там урона не получают они особо. То есть там, если никто ничего не ловит, урона нет. А стоят, ну, я просто бегаю там, смотрю, где танк, что делает, куда что водит. Говорю, в слизни плюнуть, блядь. Кликаюсь. Он Джагу-то хилит, пойдет. Симу хилит. Джага хилит всегда. Джагу-то я по КД кидаю. Каждые 8 секунд. От Фокса замените. Я только нихуя не понял, блин. Я прям в него дал костов, короче, штук.
5 выживания, короче, поднять его не смог. Может, это того хера, блядь. У него мат было 50 на 50 включено. А чё, когда 50 на 50 не хилишь, что ли? Ну, на 50% меньше входящего исцеления и урона. А, вон, чё. Я не знал. Ну, там надо прямо оверхилить. А, боба. Что сейчас придумываю? Линканите 50 на 50, пожалуйста. Написано, весь получаемый урон на 50% на 12 секунд. И исцеление там тоже должно на 50%, по-моему, уходить. Это на нем, когда святая клятва висит, тогда входящий отхил именно от Холи Пала меньше на 50%. Так, а разве у этой нет тоже? На 50 нет. На 50? Нету. Ладно, тогда может напишу. Лошок ты, блин, получается. Ну, получается лошок. Пояс. В левом вот в этом. Ага. 264. Чем этот Фокс может заменять? Там три плеха есть. Войт, войт, войт. Вот я прыгаю. Вот здесь, вот сюда. А войт, походу, в хила. Да. Так, Мэтт Фокс, все. Шкаф поставьте. Может... Если, короче, даже если святую клятву пал, танк будет сжать, и его будут частицы света хилить, он все равно будет получать полное исцеление. Тыкните кто-нибудь. Да нет, там просто я хуярил, там такое чувство, что ну косты шли, а хила не было. Не знаю, что с хуя было. Ну, два эрдру. Еще раз личку глянь, Войт. Может, блять, это. Может, я не того хилил, просто кто знает. Инсика, смотрим. Избыточного исцеления 80%. Ну, в принципе, как всегда. Тыкните еще раз. Да. Да нет, там просто было опасно, что он упал бы. Тактика сразу загадается. Я думаю. Как можно перестать умирать на маге? Не бить. Изи. Не бить. Рабочая схема, я сейчас стоял, просто чилю. Пока просто спек сменить. А это просто чтобы еще быстрее умирать. Да. Ебать его, урод. Нифига, треблёха. Сколько лет, сколько времени? 15 вроде. Получается, синтек монет на годки? Ну да. Ну не, синтек постарше. ДР был не там. Они не знают, что мне 19. 16 лет. 19 мне.
Я пиво покупаю даже. Безалкогольное? Прям сам покупаешь. Макс, а усы пририсовываешь, когда идешь в магазин за пивом? Нет, конечно. Детским шампанским там на Новый год закупился, вот. А чё, как-то пару месяцев назад тоже захожу пиво брать, побрился, блядь. Редпаспорт предъявите, я говорю, что так молодо выгляжу. Комплимент. Надо было бороду отрастить. Так, побрился, Лёха, побрился, понял. Да, я говорю, надо было бороду отрастить. Побольше. Я помню, короче... Войт здесь, в тактике. Ну, ты просто выглядишь на 45. А у нас что, шаманы? В тактике ноги лежат, А помню, говорит, садики еще. А что это шаманы там, тотем на скорость атаки ставите или нет? Ой, на скорость коста. Ставим. А на трэше не ставите? Вот это фигня какая-то. Давай, что там у нас? Давай, короче, шатастик на двух этих боссах. Топа, короче, напулит Валанара, а Седжу напулит Талдорама. А... Ты скажи, в кого пулять-то? Блять, в друида, нахуй, ну у нас друид, я же говорю, друид на двух боссах, я говорю, на пулите одного, второго, ну вы чем я слушаете? Я Келесета в угол, получается. Да, ты Келесета в угол вот сюда поставишь. Ужас какой-то. На туре. Бойца потеряли. Бойца потеряли. Так. Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших. Что интересного расскажете? Давай, что тут? Подожди, сейчас смс-ку. Так бой уже начинается, он пишет. Или не, ничего не пуляй, жди. Да, Катриси нет. Катриси, танк, еще. Вы в дискорде нету. Ну, ждем 30 секунд. Ну, все, погнали, пойдем. Сейчас да, блядь, погнали. Какой погнали, блядь? Ты про это, блядь, провафлил нахер, блядь. Теперь 20 секунд жди. Раз, два, три. 10. Ну, что там, 10 уже прошло, да? Все, прошу, сейчас еще 10 и пойдет. Ой, блядь. Привыкай без что меток на танки. Танки у Шатастик и Эвилания. У Леваша Эвилания. Куда придумывают одинаковых ников, блядь. Потом. Биг Дэм, я тебе второй спех сделаю, какого-нибудь Фаера или Мага. Не надо, да. Эвилаша и Авилания разные, вроде. Ну, вроде, да. А ты еще голди всего жалко, что ли? Да там просто не, пока не надо. Я когда я полностью расставлю кнопки, все равно значит, тогда надо будет. А потом придется во втором спике сидеть по новой кнопке расставлять. Так во втором спике отдельно кнопки. Там основные все равно те же самые стоят. Ну хуже. Такие косты долгие, пиздец. Келесета не уешьте? Там агра 25 тысяч. Без этого вообще не трогайте нахуй, блин, кинетики подбивайте, блин, не надо. Просто не трогайте его. Ну и кто это согрел? Кого бьют? Скелетик. Желание. На меня сферы пошли. Моя чаша
Геру сдайте. Короче, это танк там, который танчик. Можешь маленько поближе, блядь, к Келесету подойти, потому что я не достаю вас обоих, блядь, хилит. Там сейчас бомба упадет. М-м-м. Там пофиг. Так пойдет? Или еще да, ближе? Да, пойдет, пойдет, нормально. Ох ты, интерес. Воронка. А где хорошо, не знаю. Моя чаша полна. Кинетикс вон. И прольется. Насладитесь болью. Балта главное хилить, блять. Все нахуй в разных частях карты, блять, находятся. О, вот это кольцо надо? Надо маку. Там за место да. Того с меткостью, скоростью. Оно заебись. Я вначале такой думаю, а где Бен Стиллер? А потом смотрю писькометр и сразу вижу. Понимаю, блядь. Писькометр, я вас понял, блядь. И все, ты теперь можешь башку одеть, короче, да, вот это да, кольцо я и понял. Башку. Я тоже об этом подумал. Сейчас с боя выйду. А есть у кого-то фиолетовый ЛК камень? Зачем тебе фиолетовый ЛК камень? По цвету ставлю. У меня СПД дух есть. О, ну, он будет. Так фиолетовый, я подойду. Где ты? Я вот на маге. Вот я чуть выше. Да вижу, вижу. О, нихуя. Ну ладно, держи камень ночь тогда. Да. Могу прямо сейчас сделать сразу же ВК-шку. Меня ошеломили, блядь. Блин. О, блядь, чувствую террор ДПСа. Блять, Биг Дэм, какая-то хуйня, а меткости все равно-то не хватает. Сколько там? 193. 7.36. Процентов? 7.36. 7.36. А? 7.36. Да. Ну, да. Надо что-то воткнуть на меткость, значит. Надо будет камень на меткость сделать, на туре. Ну, либо просто какой-то шмот взять. Кольцо с ТГ. Ну а на хули кольцо хуинное, оно блядь. Да, кстати, колечко с КГ и целкашное. Или шея. Сейчас целкашное апнешь еще. Да, кста. А, точняк. Ну все, меткости хватает. Ну, правда, еще 2500 надо репутацию. Да, добьешь сейчас. Что-то упадок ДПС. Чё, хорюк? Чё, хорюк напился, короче? Драку хочет. Яй, пишет. Я тут причем вас шотает, блядь, если ты там не стоишь. Кстати, заметили, что Хурюк Шем-то апнул, но с гиды не ливнул. Получается, прогнозы были это неверными. Кто там ставки делал, пацаны? Ты? Нет. Он вроде после Нового года обещал ливнуть. А, ну ладно тогда.
спорили, ты синтак на тебя. Да, все, я леваю. О, победа, ебать. Ну, тут это, тебя, это танком вопрос, я тут не виноват. Сколько раз Хрюк уже умер за рейд, блядь? Я чё не посмотрел, он вечно мёртвый. Так, вот тебе Хрюк Дживс, сразу. Я предлагаю ему камень дать, чтобы он, если умер, воскрес. Я предлагаю ему камень. Там, ой! Там, кам. Это выгодное предложение. Кал. Принимаю только кал. Да, вот, это Хрюк умер. Как это Биг Дэм, блядь, первое время дох, блядь, со своим своим. Просто первое время, блядь, по сей день, нахуй, такая хуйня. Первое время, блядь. Я на том КД, блядь, зашел и магом, и варом. Сначала меня магом шотнули, блядь, потом я варом пошел дамажить, блядь, тоже меня шотнуло. И в итоге в рейде, блядь, два моих персонажа. Ладно, все, не пизди, давай быстрее пройдем. 7 минут каски осталось. Магов пробафать, ноль бафов. Каску. По предстам. Ты говори за себя. Дэм, как дела? Где моя каска? О, вот моя каска. Че будет? Ничего не пишет. Он все, грустит. А, он все приуныл. Он занят, он ухилить будет. Стоит, пылит. Самое интересное было, когда у Сани очко горело. Помнишь в РСК обычки в танковании, да? А когда агро рвали, смеешься? Да. Это же было такое, блин. Так, давайте. Готовность, гол. А рыбки не будет? Рыбы не, у меня нету, там, просите у приста, короче, я у него сейчас поставлю. Череп, о, вот у него просить. У бати спросить. Спасибо. Спасибо. Дайте ему трейд, там, говорите, давай рыбу, блядь, там. Че, я могу спекнуться на этого босса? Нет. Нет. Тут два танка тоже. Тут два танка. Короче, смотрите, танки. Вот ты сейчас идет, короче, на друида, даете два на пула. Много раз. А ты просто с ним рядом бежишь. Ты не жмешь ни танк, ничего. То есть пока человека не укусит, ты босса вообще не бьешь. Просто стоишь рядом с ним и делишь луч. Все. То есть когда дадут, ну, он укусит человека, там уже можешь бить, начинать босса. Все, давайте. Даю отчет обратно. Все готовы вроде. Так, блядь, кого? Надеюсь, нет. Не сорву, ёбаный. Давай вот так. Нет, поднимать будет его, наверное, проще, чем. Блядь! Ебать. Охуеть, 7 раз подряд стрелы прокнули, я пиздят. Быстрее там, сбегайтесь пактом, чтобы вас не убило. И дистанцию-то между собой наберите, сильно кучно не стойте, РДДшники. Там с пактом выбегает, кто там этот варвар. Там у кого-то на фоне самолет падает. Так, сейчас что будет у нас? Так, я сейчас нажму бабу, у нас сопру, наверное.
Да, у нас сакло. Сам достаю кое-до кого. Сбегитесь. Сбегитесь с пактом. Да не разбегитесь, а сбегитесь. Сбегитесь, сбегитесь. Вы должны в одну кучку сбежаться, чтобы луч пропал. Дайте солью, пожалуйста, помогу. Поправлю. Не могу, нахуй. Эти 90%. Да. Ну, мне просто горит экран. Сука, я ему сакру дал вместо солью. Срываешь огромно 130. Сука. Блять, вы чё, ебанутые? Кто Ладу убегает от пакта? Долба это пивко убегает, ёбаный пик. Нормально, нахуй. Давай БР, нахуй. Вы чё, добьёте? Может, он думал, что там тени. Давай, добьёте, нахуй. Блять, не было там. Давай там, давай ему сейчас... Короче, сейчас взлетит, давай массакру нажимай. Хильтесь, живите, блять. Нахуй в меня вошло. Гимна на хп откастуйте, шипешники. Добивайте, чуть-чуть осталось. Там сейчас укусы. Можно там Гера, если не было, дайте Геру. Надо добить. Два хила всего живых. Раскусайте людей и добивайте. Давайте Гендер хилите. Давай гимн на хп там. Пошалфир, Треплёха, Меддарк, давай гимн на хп, блядь. Ну, не жалейте. Да я отдал его. Красотки. Молодцы. Победа. Вы долбоёбы, блядь, нахуй. Вы просто взяли меня, убили, нахуй, своим ебаным пактом. Нахуй вы ослы с ним разбегаетесь просто. Зачем? Я же сказал, блядь, сбежаться в одну кучку, блядь, в одну кучку. Те, на ком вот на вас вешается пакт, вы просто берете и сбегаетесь в одну кучку. Три человека, блядь. Я с тобой рядом был, кто-то третий был. Туда к стене убежал. Пивко. Вы просто хуярите в другую сторону комнаты. И хуёво. Пивко, ебать. Можно на трансмок щит? Надо кому? А, там. Там же никому не нужен, да, дайте мне трансмок. Блять, нормально у тебя трансмок? У тебя хуйня какая-то тут. А ты нигер, поэтому типа шмот огненный. А, типа у нигеров шмот огненный? Могу в рейд геншина взять типа на ШП. Или на этого, на ДЦ. Тени фиолетовой хрени светятся. Надо брать, нет? Не знаю. На слот свободен. Чисто помочь. У тебя есть еще, дашь, если нет? Что-то пало. У тебя там брать 4-4, все шмотки, ебать, там 1050 где-то. Ну, блядь, я вот сейчас вот, ну, сейчас бой начался, я держал там 13 тысяч КПС у меня было, я был на первом месте даже. Просто был бы у меня, наверное, Т4, было бы сильнее. Да, да. Там. Джага побеждает. Джага побеждает. У тебя Джага перехилила от небес и частицу света. Все. Много здесь. Давай потихоньку трэш. Я еще сдох. И че, да? Блядь, Джага, это не хил, что ли? Или че, нахуй? Нет, че вы мне тут хотите сказать? Джага может дать любой паладин. Похуй вообще. Но просто я не даю, потому что Олег, я хил. Потому что это... СПД до хуя. Значит, так любой не может дать, правильно? Любой может дать, она... У любого Джага... Дать, а отхил будет не такой просто. Ну тогда я скажу, что звон, ну приста, блядь, читы, нахуй, чё, блядь, читы не кидай тогда, чё, где отхил-то? Ну это хуй-то несёте какую-то, блядь, про Джагу. То же самое, что скажите, нахуй, там вот это... Ты, блядь, варом автоатаками нахуярил, у тебя там, блядь, ДПС хуйня автоатаками. Или там автоатака считается, а не только способности. Ну чё, чё, блядь, ещё подумаешь? Да ладно, всё, не оправдывайся, мы поняли. Ну при чём тут, блядь? Жага, блядь, хуяга.
Жаку, блядь, сука, давай вычитать. Все, успокойся. Жаку из отхила вычитать будем, блядь, ага. Давай хоты друидовские будем из отхила вычитать, потому что они же, блядь, не прямое исцеление, они же хоты. Почему? Прямое исцеление. Они же хилят цель, которую... Чё, блядь, так Джага хилит. А Джага хилит от удара, это не прямое исцеление. Цель, которая бьет, блядь. Ну... Джага хилит охотницу, того, разверните, блядь, человек автоатак делает. Если они автоатачить не будут, то и, соответственно, тоже такой не пойдет. Да ладно, мы же шутим. Наши шутники, блядь. Ну да. Чё вы, блядь, там, ну... Как дела, блядь? Пизды долго будете получать, нахуй, стоять там прям под ней. Нахуй вы стоите, блядь, РДДшники под ебаным боссом, который ауеху под собой кастует. Вы чё, долбоёбы, блядь, что ли, нахуй? Какие дела, блядь? Или вы, блядь, чё, считаете, что хилы должны это всё прохиливать, что ли? Ну да. Когда вы можете просто свою тушу, блядь, отнести подальше, блядь, особенно РДДшники, нахуй, и не получать этот урон. Это какая туша? Тебе надо, короче, за рестор друиды поиграть. Хоты это не хил. Хоты это говно, но ФПС не будем его стебать за то, что он дал. А не 140. Логнусь, а то что у меня ошибки выдает, лети одна за одной. Пулс контрол. Его отключи. На меня ястреб бежит. Ну вообще... вот так будет хил по-английски, ну ладно. Джоанко, блять. Да, вот так, я забыл. А хил это... другое. Хил это, короче, город. Silent Hill. Да ладно, если кто-то обижается, простите. Блять, как его? Вот какой город? Что ты несешь, Синтек, вообще? Не, ну если я тебя обижаю, прости. Не специально. Может, чуть-чуть. Поставьте сейчас шкаф, когда бьем от этих двоих. Жалко, блядь. Есть палы, которые ее вообще не кидают, блядь. Не знаю, что у них такая кнопка на панели есть. Да, Джаггерсик. Шкаф. Вот. Тыкните. Ну, конечно, что-то бой уже висит, по-моему. Глупый крок, ты сам привел мне не поднимайтесь туда вверх, кто побежал, блядь. Да благословит вас свет. Конь, ты юридический. Что я наделал? Нет! Так.
Мне здесь ДЦ спекаться? Да, в чем хотите. А ты в чем, в колике, что ли? Не, в холике. Я, да, в холике. Ну, будь в холике. Окей. Все готовы, да, вроде? Поп-мастер. Короче, танки, смотрите. Вам рассказываю. Вот ромбик. Вот оранжевая метка. Вот вы мобов ловите в этих метках и держите в этих метках. От этих, там, которые, ну, которые такие, блядь, так они взрываются, зеленые углеводы вокруг себя раскидывают. Вот от них можно их кайтить там, ну, если умеете там как-то, чтобы они вас не пиздили. Но для чего делать, чтобы хилы до вас за вами не бегали, как долбоебы по всей комнате. Стояли в центре просто и вас спокойно хили. Да, готовы еще раз. Все, давай, на счет 3 погнали. Что там, Седжа нету, да? Давай Седжу засуммоним, где он есть. Я его суммонил. Шкаф. 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 А, он АФК, ну все, тогда пойдем с него, давай. Блять. Варлок, там это, доспех на себя ебани какой. У тебя доспех стоит, доспех сферный, поставь, который 20% от хила по тебе дает. Ну, на 20% больше исцеления. Зуналтор. Ибо не другой. Подавление доспех уже вышло. Там да, подавление, блядь, все, красава. Сейчас запомните. Запомню все. Сейчас пойду портал. Капец, уже времени, конечно. Тут храним КДД про нас на завтра. Разброс КД. Respond. Блять, ну нахуй ты, да, блять, я меня стаки проебал за тебя нахуй. Ты пришел, нахуй ты мог подождать, блядь, нахуй просто, ну не забирать его. Я стоял возле портала. Ну то есть это я понял, это я виноват, все, я понял, блядь, я хуйню выставил, блядь. Эй,
Я вообще не зашел в портал, в пизду, блин. Перенервничал. Пугался. Да. Да ты успокойся. Suppressors spawned. Потому что я так это. Тут пламя это исторгающее у меня. Вечество, нахуй хуёво облетает. Могу мага резать. Чё, Гуль, ты же успеешь сейчас уже по ТВС-кой захилить, у тебя 63 стака. Suppressors spawned. Меня тут сейчас убьет, блядь. Да, я уже забрал. Сука, пидораска замедлила прям перед заходом. Я вылечил ее. Долго пиздец. Капец, я чуть не уснул. Да, блядь, я стаки проебал, у меня было 30 стаков, а 23 у меня было стака, я проебал стаки. Браха говорил, что ему нужно идти. Писал мне лично.